А тим часом відвертим захопленням абсолютно всіх чоловіків на знімальному майданчику насолоджується ось ця спокуслива жіночка. Я вас где-то видел в Донецке. 37-річну Ксенію тішить, що тут у ній нарешті побачили не лише господиню каструль та сковорідок, а справжню жінку, ба більше, ймовірну поп-диву. Я чоловік романтичний, а муж у мене він більш приземлений. Коли я дивилася телевізор і бачила відеокліпи і пені, я отак, та я по житті, він лежить щось там. А я вот в этот видеоклип представляю себя там. Он просто издевался, он просто тупо, извини, но я так скажу, ржал. Зрештою Ксенія вирішила, годі марнувати найкращі роки на невдячного чоловіка. Час починати нове життя. Життя незалежної, самодостатньої та успішної жінки. Удачі, Ксюша. Ми засідемо. Пока. Какие красивые женщины все-таки в регионе в этом. Да. Ну что, Ксения? Да. Готова? Да, готова. Поболею за тебя. Спасибо, с удовольствием. Спасибо. Прошу. И очень приятно было с вами пообщаться. Взаимно. Мы еще встретимся. Не разочаруйте меня. Да. Ксюша. Здравствуйте, Ксения. Скажите, чем вы занимаетесь? На данный момент домохозяйка. Домохозяйка. Вам муж не разрешает работать? Я с мужем не живу. А вот так? Да, я в разводе. Но он знает о том, что вы здесь? Пока нет. Пока нет, но нет. Узнает. Узнает. И вы ему отомстите, конечно. Да. Да, с какой решимостью она это сказала. Что вы нам споете? Я приготовила песни Таисия Повалий «Переживу» и «Одолжила». Давайте «Переживу». Переживу. Ведь хорошо. Это ваша ситуация. Ну, давайте. Плакала ночь, звезды, как слезы роняя. Холодно мне, словно в душе живет февраль. Кто обманул нашу любовь, я не знаю. Плакала я, мне эту ночь безумно жаль. Сердце дрожит на ветру. Знаешь, тебя я сотру. Куди вона дивиться? Из памяти своей. И все разом. Переживу как-то эту ночь. И смогу понять. А, вона дивиться в відбиток свій на сцені. Як в зеркало. Меня прощать. Перечеркну все, что не сбылось. Пусть горит огнем, но навсегда оставлю след. Я на пути твоем. Все, пока. Спасибо, Ксюша. Своим выступлением даже не знаю, вы дали своему бывшему повод для злорадства или для зависти. Он обзавидуется.
Я не знаю, потому что еще это не прямой эфир, я думаю. Поэтому он еще пока мне не завидует. Ну и бог с ним, да. А ноги хорошие. Я знаю. Я знаю, 90-60-90. Не заметить так непросто. Я боюсь, Ксюшенька, что это единственное большое достоинство вот этого выступления. Ноги действительно, наверное, на зависть. Но вам все удалось. Мечта сбылась, на сцене X-Factor вы выступили. Мы, к сожалению, не можем вас пропустить дальше. И единогласно мнением всех наших судей мы говорим вам нет, все к сожалению. Все нет, говорите, да? Да. Хорошо. Да. Всего доброго вам, До свидания. Ксюша. Счастливо. Да, 90-60-90. Ксюшенька, наверное, волнение сказалось. Да, да, наверное, волнение, скорее всего, сказалось. Потому что было видно, что очень красивая женщина. Спасибо. Потрясающе произвела на себя неизгладимое впечатление. Спасибо тебе огромное. Ничего, спасибо тебе, да, Ксюшечка. Да, хорошего вечера. Спасибо, до свидания. До свидания. Я не пойму. Вообще ни одного «да». Это как-то вообще, это что, не может такого быть просто.